Чел. Они нас палили. Как я ебал эту игру, поверьте. Как я ебал эту тупорылую игру, блять, просто пиздец, нахуй. И меня просто, блядь, злой, нахуй, она зависла. Сейчас захожу. Он там сидит, вас чекает, со снайпой, блять. Сейчас, секунду, я пизду, блядь, я вас нихуя не слышу, блядь. Саня. Сейчас, секунду, блядь, он меня так долбит. Да я ебать, блядь, нахуй, сука, ты мразь, блядь, подзалупная. Новорез, блядь, новорез, сука, новорез, не, блядь, Вот как нахуй, блядь, пиздец. Ебучая, блядь, игра, я просто, блядь, вылетел, выбила нахуй. Я вообще хочу на фури залетел к ним. Бенец сожрал он тебя? Нет, бенец сожрал. Вижу. Где рейд кибитка? Там мало, там 5 этих. Вот где я сейчас я запал. У всех спалки есть, спалки у всех есть. Да. Вы их побросали или нет? Еще нет. Блять, пиздец, это просто вахуй с этой игры. Ты строишь килл? Она построена уже. Почему она построена за 3-9 земель? Она построена там, где нужно. Только 5 лестниц. Берем больше. 3-5-3-2. Давай, 5-лестник тоже. Сюда волку придет. Да, блядь, долг, сука, волк, пиздец. На лестнице. Сейчас погаси на секунду. Паролетки быкой. 3-5-3-2, 3-5-3-2, как у нас. Мне спалки чуть-чуть. Так, кому спалку подарить? Я у меня две спалки. Дарю, дарю, кристалл, тебе дарю. Мой, две спалки. Я здесь спал, кинул. Поставь еще один. Я здесь спал. С вот всех ты прописал все? Чек не онлайн. Онлайн, чекайте, они там не увидели, что с них онлайн, блядь, если видео. Дэвилу дал. Я Дэвилу дал тоже. Псих, я не могу тебя подарить, ты на другом фронте играешь, перезади игру. Свой прописал шкаф. Я прописал Мишу, этого, Саню и Кристалла. Ты можешь выписать кого-то и в меня прописать? Я вижу, где он, но он сидит. Ебучая, блядь, игра, ебать на пингу, это просто вахуй. Я попросил еще. Писал. О, май. Он прошел через сторону. А вы взяли еще броня, оружие там? По припасам получаем ФАМАС и эту самую. Сегодня короткий день получения припасов, брони и всего этого. Ну, у меня только третий день. Выдадим. ФАМАС получил. За них онлайн не увеличился? Не знаю. Го, бурим нахуй быстро. Мы сейчас просто ебанем туда. Прям не говори, что будет онлайн.
Саня, дай мне 8 бабок, я зарядю этот шкаф. Вышки. Я дал тебе вышки. Из сторон, с которых он будет сидеть. Мы сейчас пробьем к нему во двор, нахуй, блядь, проход и срать на эти вышки. Он вообще на них сидеть больше не будет, он будет сидеть в своей хате. Он даже не поднимется на эти вышки свои никак. Идем буриться. Все, давайте идем. Я кстати, они вот прям сверху разума. Они все онлайн или как там? Поставили металл дверь. Да? Они поставили металл дверь на деревянный забор, я вижу. Идиоты. А что я говорю про онлайн сейчас? За какой-то металл дверью там ящик стоит. Я знаю, блядь, эта штука шкаф, это как типа строит. Это, блядь, нахуй сделать. Велкома, блядь. Забор пробит. И все, блядь, где нахуй? Все, блядь, где нахуй его, блядь, вышечки? Вот он. Слева на вышке. Вижу. Теряюсь. Саня, у меня вылетает. Дискорд. Блядь. Не говори только что. Я живой, 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 да. Живой. Ебать нахуй, блядь, этих вышечных уебков, которые, блядь, на вышках сидят, пиздец. Там, блядь, их двое уже. Да, их двое. Они он начал кричать, блядь, в ужасе. Я пошел запушу. Давай, псих. Я готов брить дом. Где все, нахуй? Где вот, где все? Я перезахожу, у меня будет... Блин, хватит, нечего. В решетке сидит. Нет, нет. Сняли. Сняли. В деревянную хуйту заполз. Я бахаю дом. Его, их здесь больше нету. Давайте ко мне, давайте ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне сбежаемся, сбежаемся. Видите? А куда труп пропал? Он заполз. Деревянный нахуй, ебать, реально. Если. А, у них тут Тесла стоит. Она не работает, забейте. Если что, у меня шкаф есть. Это левый шокер, это не с их клана. Сверху дырку пробурил. Там проход. Отойди, отойди, псих уйди, псих уйди, псих уйди. Тихо пахает, тише, не пахает еще. Он уже просмотрел снизу. Я это еще 3 часа назад прописал. Кровать прописал. Сверху кровать стоит, сверху кровать стоит. Сюда убью. Бью, отойди, 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 вот выбью. Мой. Ходит.
вроде как. Находит, там ходит. Турка. Это они серпы или кто серп? Серпы это я. Серпы Гасань, ты? Да. У них тут кровати стоят. Ебить их там. Монет. Стал. Да, 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 чувак. У них тут есть очень люто. Да, у них тупо основа в это. По мне бьют, на 255 писать, чел. Мать. Ебись, боже мой. Саша, он устал. Ты там не пролей. Сколько вы... Сколько бы здесь нахуй хп-то, блядь, хуй ты, блядь, ебать. Ты парашют зовут, ну. Я покинуть можешь сюда? Где? Откуда с ним? Он там, где кровати. Этот псих! Ты кто? Шокер! Кто шокер? Быстро выйдите, кто псих? Шокер. Я не понял, что-то как так-то? В смысле шокер с ними? Да, он на интернет пришел, говорю вам. А как он в хате появился? А слава богу, не быстро убили. А меня бьют. Тут шкаф, тут шкаф, тут шкаф. Отойди, отойди, взрывай шкаф. Давай. Сейчас поставлю, да. Я поставлю. Не поставлю. О, крутишь, шкафы. Маршал. Маршал фуловый. Ой, в конце. Психуди, психуди, там взрыв. Шкафа нет. Я вот говорю, Джонни Монтана и неубиваемый. Слышь, Сань, Сань, а что здесь валяется? Сань, на одно Дина, вот этот район с окном, может тут? Сейчас. Взрыв тут есть немножко сишечек и немножко динамит. О, тащи, тащи, где ты же взрыв нашел? Ящик, где шкаф стоял. Где шкаф? Я уже забрал. Я шкаф снес им? Я шкаф снес! Да ладно. Ставьте свой шкаф, я шкаф снес. Вот шкаф. Он снес. Вакам надо. Вакам, снесите шкаф. Вот там этих хилов. Ставьте шкаф, да. Нового положили. Он был на улице. Follow me. Я фу. Кто же такие вообще? Я пошел на улице снести шкафы. Он у меня в проеме у меня. Я на улице в шкаф снести пошел. Как будешь шкаф еще можешь держать? Держите ходу, чтобы застройки не было. Он в заборе, в заборе. Положил. А шкаф взорван-то этот на улице. Я если что, на готове. Там другие шкафы не встречают. Да ебучий лагерь, что она зависла, блядь. Хера себе тут это за... Блядь, почему нахуй она зависла, блядь, эта хуйня? Тут на онлайн бета редиска, на фан бета не висит. Тут калаши.
Мы шкаф снесли, блядь. Потом лут, потом лут. Забейте на лут, блядь. Ярьте там все, блядь. Шкаф я, блядь, снесем, блядь. Все, шкаф это метод, блядь, вот ты хотя бы. У нас динамита 4 стишки и... Классная бобовка. Артема. Артем, это наш? Нет, это левый, это левый. Убивайте всех, нахуй, шокеров тоже ебите, блядь. Они, блядь, с шокерами, хуйня. Да, блядь, что за... А ничего, рекингил. А, Дейл, ты все готов? Ага. Так, подождите. Так, это наш. Может, как на тром даже стык? Мы снесли шкаф, алло, там шкаф снесен, там ресы валялись. Так, а что мы за ним можем поставить? Я не понимаю, что, блядь, за хуйня, где у них нахуй находится шкаф. А шкафы бьют с другой стороны. Ой, другие шкафы. С улицы шкафы бьют, я сейчас на улице бегаю, ищу шкаф. Кажется, поймал этот шкаф, нашел, вот он стоит, скорее. Может быть, еще в этих, в мини этих отстрелочных. В мини-то они соединены с домом, эти же мини-отстрелочные. Псих, дай динамит. 13, 13 динамит будет, 13 будет. 15. Отлично, давай. Я пахать. Давай, давай быстрее, я полетел к этому шкафу. 10. И еще тебе бабовки могу дать? Мне бабовки нужны, там уже шкаф в железе замурован. Да, это именно шкаф. А тут у нас 150? Да, да, я его сейчас бахну, нахуй, считай, все, дом отпускается. А это разве оттуда шкаф бьет? Он фундаментно присоединен к дому. А, да? Да. Ой, тут две тоже есть, нихуя себе. Ой, блядь, пиво поставил, пиздец. Главный. Тут шкафа нету. Там кровать здесь стоит. А где нахуй шкаф? Может, заборе шкаф? У него стоит забор, потому что у них забор соединен с домом. У них это одно целое. Чё бахают? Кто в хате ходит? Я в хате. А ну-ка, что за этой дверью стоит? Коробка, блядь, лутовая, ебать, дерьмо. А тут еще есть этот, еще шкаф, как у меня, с моей стороны. С твоей стороны, так кто говорит? Это швед говорит. У тебя шкаф стоит где? Покажи. Деревянный там в конце, его бахнули, этот шкаф. Так, Саня, а ну, их мне, пожалуйста. Там еще, смотри, там вышка есть. Типа вышки. 1 на 2. Ну, типа, по 1 квадрат и там еще 2 ход сделаешь. Сейчас, секунду, взрываю, отойдите. Псих, уйди. Давай. Ну, вот иди. Дом. Комнате. Вот здесь. Чекай. Там пусто. Да, патроны. Есть еще стишки? Еще стишки есть? О. А сколько тут надо? Мне 3 стишки нужно. Да. Только не на решетку, не на решетку, на низкую, на нижнюю хуйту. Все, 3 нужно. А вот. Ты 4 повесил? Да. Сейчас, секунду. Отойди, уйди. Ой-ой. Везде шкаф. Он вот здесь стоит, вот здесь, вот за этой стеной шкаф. У них так было в прошлой хате, где типок меня когда пропускал в ихнюю хату,
у них такая же хуйня была, и шкаф был с собой рядом с стенкой, типа они через решетку мру... Отойдите, отойдите. У тебя сколько сих? У тебя сколько сих? У меня бабовка. Отойди! Ты не поможешь, нужно динамит вешать. Я смогу. А, так, иди шкаф. У меня сикспа, у меня сикспа. Дайдите с кем мои веревки, сейчас я еще прям здесь нахуй накрафчу, блядь, сишек. Трубы, бандитки, пружины. Электро, вот электро. Ебаню с кем нихуя нету. Мужик конченый, нет нитки. А те, кто не интересно пока что. Не знаю, что за диспавник, что такое. Не стойте все вот сверху есть кровати, чтобы там не бегли. Калаши и штук. Так калаши тут сейчас вообще на бадики, пружины. Да мы, блядь, нахуй всю вскрыли ту хату. Это вход. Отойди. Кристал, отойди. Кристал. Бум! 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 Я нашел сундук, бум! Трубы, 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 трубы. Может быть, блядь, может где-то тут вот я. Да, 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 ты прав, именно там, я сейчас туда буду бурить. Где вы тогда? На улицу выйдите, скройте с улицы. Сука, икс покончилось, пиздец. Прелесть. Говорю, пока что один там, лайков, не шпал. Ниш Уэвилс убил, блядь, ты ебал, что за бомжи, сука, пришли, сука. А я вообще не знаю, где они живут? Они на льду живут, это со льда ёбки, блядь, бегают. Со льда? Да. Пизда им нахуй. Пизда им голодному, блядь. Мы сейчас наём леса. Я пахну, мы сможем сейчас выбрать. Как собак. Откуда он тебя нокнул, Миша? Это я заберу кустер. Новый день. Ну да уйди, блядь, ты телбэп. Уйди нахуй, блядь, придурочный. Пацаны, у меня фризит, пацаны, фризит. Помогите, пожалуйста. Он на территории. Сундук бомбл наебалово, там пусто. Убили его на территории челика. У него кюбик, заберите, пожалуйста, патров миллион. Тоже патров миллион. Follow me! Репорт там шокер. И все. Наспал 8 лет. Уйдите. Ебать, нахуй, сука, где шкаф стоит? Блядь, тупорылая, блядь, помойная, нахуй. Нет, тут шкаф. Они... Это вход, блядь, алло. Ну, посмотри, с другой стороны. Здесь нет нигде плывущих входа, это вход, кстати, вон, с этой стороны видна там дверь. Нам обязательно, что этих ебанов-то, блядь, не спешит. Блять, ну вообще, блядь, в пизду слепой. Тут просто, блядь, чел нахуй был, вот просто, блядь, прям здесь.
Один. Это как везде, все так, блядь, обключено в такие вот такие вот. Будут снизу шкаф светить? Нет, они, знаешь, я буду бахнуть, слышу. Они... Он дисплей и торчит из стенки маленький кончик. Они вылутают те, кто вписан. И пополняют в том числе. Что? У Шокера здесь палка, алло, он прям здесь встает в хате. У Шокера с палка прям в этой хате. Я тут все убил, он здесь на кровати встал, вот на его кровати. Плохо, бабовки не возьмут кровать, бабовки не возьмут, это просто... Вытащи кровать, поебать бабовки. Я говорю, поебать. Почему ты просто все спины посильнулись? Сейчас еще бабовки и еще не скрывать. Лучше зайди память. А нахуй бить стену, новость я могу здесь пробить. Это вход новый. Ну как ты не понимаешь, это вход. Это вход, дебилы. Вот, да, смотрите, вот, с этой стороны видно, что это вход. Вот, я вижу эти двери, там сойдет сверху люк наверх. Нахуй мне добить. МВК, вот я. Вы тут собираете патроны. Можете поставить шкаф на полочке? Не может, вот шкаф у меня шкаф. Вот, это нет, просто средиться. Хата не гниет. У меня есть сейф, чтобы бахнуть. Я мне тут. Что ты сделал? Кто ходит? Ходит. Вот чел, вот чел. Не Миша, вот он. Убили, молодцы, меня резко, меня. Сверху. Вот сверху, на 60, на вышке. Мразь, я сейчас прыгаю, я сейчас прыгаю.
блядь, эти ебаны не в шкафу, блядь. Там их даже не убивали. Где они? Где они спят, сержант? Я не знаю. Ебать, сука, блядь, эти долбоёбы, блядь, вальянс хуярят. Я ору. Еще один нас что-то обязательно помыть, блядь, вальянс. Какой, блядь, нахуй, мы соло клан. Здесь чел ходит. Чел в хате ходит. Чел в хате ходит. Да, да хуя в чел в хате. А, это вы, блядь, хоть. Убил нахуй твоего пидораса, блядь. Да, блядь. В шоке был Девил, а где Девил? Где он? У них спалки в хате. Тебе больше нужно. Где лут? Где лут пусто? Где лут пусто? А, здесь есть проблема с притаж. Кто припортом? Разбирайтесь, я еще буду бить. Ну, СРПГ говнули, из чего только что её говнули. Ебать, чё там перестрелка? Девил убил Шокера. АДВ убил Девила. Где? Положил. Сели, патроны сели, скиньте патроны сели, блядь. Сейчас я тут приколтаю. Нет, у них у кого-нибудь дельта. У них дельта. О.
Это баланс, блять, это. Ебать, вы будете молча в флаге. Вот, короче, где Тесла, с той стороны. Теслу передвинули. Или не так? Они пароль не знают. Пароль не знают. Он забежал в эту хуету, блядь. Тут дверь стоит. Железная. Я разломал ему ног там спалку. Все. Я спалку сломал ему ног. Спамьте лут. Честно, вот на фарме. У нас лут. Граник. Подними граник на полугранник. Я буду тебя знать, куда нужно быть. Это поедет все тесто, тесто, тесто. Прям здесь положили. Ебать там людей. Ну Нова! Дайте ко мне. Сейчас он сталкер, я не знаю, куда они тебя дебилы лезут. Вот дверь, они тут, блядь, лезут. Посюда опыт, они берут, нахуй вылазят. И вот отсюда, блядь, и вот отсюда. А, псих, кроме меня. Я сейчас буду разъебать нахуй эту дверь. Псих, Крис, вон сзади дверь, где забыл. Оттуда эти дебилы лезут. Они выше ходят, они выше ходят.
Да, блядь, пиздец, блядь, лагает нахуй, я ебал. Я просто хуй знаю. Сейчас нахуй разъединяем. Минус палка. Давай кровать снять. Сел. Сел. Патроны. Тут две двери, блядь. Я челика, который появлялся здесь. Лезут, вот перелезли, двое зашли. Был тобой, еще один. Да не жену, за сука, ты тупой, блядь. А ты что, подойди? Со мной, блядь, ко мне подойди, пидорас, блядь. На улице, по забору, блядь, поднялся. Это кто, это сержант был или кого-то убили? В хате. Это Стас. У меня в хате чел залутался и оделся. Положил. Он без эскорта, блядь, я его ебал нахуй. Вот это, блядь, пиздец. Я вижу, что с гранька, по-моему, хуярят.
где, блядь, здесь нахуй, блядь, может быть, сука, шкаф, блядь, тупорылая хатя, не понимаю, просто. Молотову, блядь, всю, блядь, блядь, нахуй, насквозь. У меня осталось 7 псих и 7 бобовок. Я даже второй этаж скажу, второй и третий этаж я бы нахуй скрыл. Там же все деревянные буквы идут, я не буду. Да не можете в шкаф приходят. Где Дэвил? Зашел спокойно и все домой. С чем они там, с чем они у хаты нашей, то есть сидят? Да, блядь, какой сверху там, блядь, деревянные буферки? Пизду, он сверху будет стоять, я не буду чего-то. Нет, там что не застроили. Зачем я тебя разбил, чтобы то, откуда мы все выпрыгнуть вылазишь? Смотри, здесь двигается, давайте закрываются. Чем хоть положил? Вот здесь, отсюда эти выпки выбегают, мне взрывать эту дверь нахуй, чтобы выйти. Я взрываю эту хуйню, отойди. Я знаю, похуй. Отойди, псих!
смысле? В смысле, блядь? Чё за чёрт нахуй это был? Чё, блядь? Хватит. Кто тут? А нет, в шкафу не вписан, нету застройки, блядь, вообще никакой застройки нет. Здесь просто все ломает. Блядь, все нахуй пробито, не знаю, блядь, нахуй, это все это. Я не могу уже где-то стоять, блядь. Три каких-то кровати, сразу три. Смотрите репорты. МВ сержант и МВП. Мы их не нашли. На крыше? Мы пробили центр третьего этажа. Слав, где? Что ты почти нужно? Хата гниет, алло. Вот МВК дверь, которую я не бахал, она коцнутая. Что бахнулось? Железо дерево у меня есть, на. Чел. Очень больно дал. В общем-то, на этом все. Дальше тупо зашли все остальные состав МВВ. Они подрубили турки и все. Тупо был слив. Ну, а сегодня в 6 утра по Москве они нас бахнули. Как бы вот все, хаты нет, тут пусто. Причем они, как на прошлом вайпе, клан топ, шакалы, это один тот же клан. Как ебучие крысы, тупо мы, блядь, нахуй, весь сервак выселили. Всех. Остались только шакалы, живущие здесь, лед, альянс ихний и фунтик. Причем фунтик тоже вместе с ними, отряд. Против одного нашего клана, который, блядь, набрал новый состав на этом вайпе. Заебенно. В общем-то, да, все, вайп мы слили. Точнее, как слили.
Нас разъебал альянс, мы ебали в один клан, это у нас не особо-то сильный был клан стрелков на этом вайпе, потому что был обновление состава, это был чисто пробный состав, на котором сейчас взлетели на сервак, и они особо не фармили, особо не стрелялись, прям такие жесткие стрелки были. Ну и получается, что мы, блядь, попали вообще против альянса, нахуй. Точнее, эти опки, блядь, играли в альянс. И да, нас они разъебли. Сегодня в 6 утра. Я до 3 был в сети после рейда. Фармил норму, турки загружал, всей хуйней занимался. В 3 офнулся, 8 встал, а хатуши нет. Тупо в офлайне забахали. Потому что в онлайн они нас тупо не могут бахать. Они нас вообще не могут бахать в онлайн. Потому что они нас на прошлом раз нас бахнули, когда мы играли на другом вайпе на Бладе. Втихую, как мы еще, блядь, развились и бахнули. Ну и на этом вайпе, следовательно, альянсом. Вообще, нахуй, блядь, альянсом. Чего-то маршал-то. Смотри. Шакалы. Шокер. Лост. Время, типа, разрушения, смотри, 6.37.04, 6.37.07. То бишь, они вместе. В общем-то, как-то так. Спасибо за просмотр, и отдельно прошу извинения за звук, это из-за Дискорда, у тех пиздец фанило, я просто не понимал, что происходит, а монтаж я делал крайне долго, я специально все эти моменты, где не говорили, тупо брал и глушил, сбавлял звук, как только мог, это, ну, типа, не вообще получается не заглушить всю игру, если только музыку, а брал, глушил именно. Моменты, где они что-то говорили. Это был настолько, блядь, нудный монтаж, то есть, пиздец. Это самое хуёвое видео по монтажу у меня получилось. Потому что я, блядь, ебал тупо. Это, блядь, Дискорд, это, блядь, писки, визги, блядь, ебать, хуйня полная. Короче, блядь, в следующий раз буду тупо офать. Буду в Дискорде, только они меня будут слышать, а я их слышать не буду. Блядь, чтобы нормально хотя, блядь, сука, снималось. Это, блядь, это звук, это настолько, блядь, пищал и визжал. Я аж охерел просто, блядь, делать монтаж. На этом все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. До следующего видео.